Тяжелая игра получилась во всех отношениях, но ребята молодцы, справились с теми задачами, которые мы перед игрой ставили, знали, что будет организован набор, знали, что Шинник очень организованная команда, и очень важны были в этой игре единоборства, подборы мяча, и очень помогло, что забили быстрый гол, и уже здесь еще раз повторюсь, дисциплинированно все футболисты, которые были на поле, справились со своими обязанностями, сыграли. Дисциплина была очень хорошая, сыграли на своем уровне. Радует то, что опять сыграли на ноль, и были моменты, к сожалению, не реализовали, были хорошие моменты в первом, во втором тайме. Но хочу всех поздравить с этой тяжелой победой и идем дальше. Сказать, что забили быстрый гол, вообще ставил задачи, как можно активно начать матч и как раз стараться забить быстрый гол. Ну, естественно, мы играем дома, то есть с позиции всегда дома, с позиции силы нужно играть, агрессивно нужно играть. То есть и болельщик поддерживает команду. И здесь, естественно, то есть и высокий прессинг должен присутствовать в домашних играх. И еще раз говорю, активность должна быть игроков на поле. Очень хорошо получилось, что забили быстрый гол. Марат Федорович, в последних двух матчах очень много было моментов нереализованных. Как вы думаете? Вот, да, мы работаем над этим. Мы работаем над этим, да, мы создаем эти моменты, но, к сожалению, реализация хромает. И поймите правильно, что здесь уже качество игры, моменты. Важно взять 3 очка. То есть они нам крайне необходимы в каждой игре. И ребята в каждую игру, то есть нервное напряжение очень большое. И все равно мы таблицу смотрим. И здесь отдать должное надо, что ребята отдаются. И, скажем так, нет никакой какой-то паники, что, ну, профессионалы с большой буквы. И очень важно, что сегодня будет день. Даже в национальном плане, то есть очень важная победа, один из лидеров Шинник, то есть команда идет в четверке, приличная команда, и чисто психологически для нас очень важно. А над моментами мы работаем, на тренировках, конечно, мы работаем, но реализация хромает, это уже еще будем работать, куда деваться. Вот моменты были у Шинника, очень здорово отыграл вратарь. Можете уже назвать его одним из лучших в команде? Да, ребята все, я не любитель кого-то выделять. Ребята делают одно дело, что в стартовом составе, кто выходит в резерве. Здесь молодцы, сработали все. То есть, как-то. И Тёма, он сколько игр сыграл на ноль. То есть, через какие вопросы? Большие молодцы. Вот впереди еще вот там достаточно плотный график, 2 матча. А как сейчас обстоит дело со скамейкой? В лазарете много людей или все здоровы? Да, здоровы все, но кроме у нас Андрей Пазин и Ардаев, по этой данной программе готовятся. Остальные все, слава богу, живы, здоровы, то есть уже короткое расстояние.